Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. Жители Кейптауна, второго по численности населения города ЮАР, страдают от продолжительной засухи. Такого на юго-западе страны не было уже 100 лет. В городе ввели жесткие ограничения по использованию воды – не более 50 литров на человека в день. Ранее уже давались подобные рекомендации, однако жители к ним не прислушались, в среднем потребляя 87 литров на человека в сутки. Если ситуация не изменится, 12 апреля Кейптаун останется без воды. Мы считаем себя цивилизованным обществом, осваиваем новые технологии, летаем в космос. При подобном уровне технологий в наших силах создать условия для благополучного проживания на планете всех народов. Все это вполне реально осуществить. И прокормить всех людей, и пустыню превратить в цветущий сад, очистить даже загрязненные воды и сделать их пригодными к употреблению. Использовать альтернативные источники энергии вместо ископаемых ресурсов. Ведь истинные ценности любого цивилизованного человека в его внутреннем духовном богатстве, в заботе об окружающих людях, в стремлении к познанию. И когда эти ценности станут доминирующими во всем обществе, жизнь людей качественно изменится.